Привет, друзья! Подписчики мои! Всем привет! И Настя здесь подмазалась к моей славе. Что? Что у нас сегодня? Стикерсы 2. Мы, друзья, мы собрали всю коллекцию. Наконец-то! Уохуху! И сегодня у нас ролик будет такой, без открывания пакетиков. Ура! Под конец акции. Сегодня мы покажем вам наши повторки. Мы покажем всю коллекцию стикерсы 2 в магазине Магани 2024. Кому это только надо. И еще что? Ну, конкурс. Давай на повторки. Фиганем конкурс. Давайте так. Ну, там один товарищ просит 10 тысяч лайков. Мы попросим 5 тысяч лайков. Если мы собираем за неделю, то мы сразу наши повторки. Ну, не все, а вот именно, как бы, часть полуколлекции, которую мы не дособрали. Хотя мы, кстати, собрали, на самом деле, достаточно много тут, да, у нас получилось? Да. Дофига. Ладно, начнем мы, наверное, с показа недостающих. Во-первых, это вот она, блестячка. Но, понимаешь, у нее немножко завернуты края, что меня очень сильно огорчает. Я бы хотел такую еще одну повесить себе на рюкзак. Но мне нравится, прикольно выглядит. Была какая-то похожая в той акции. О, кстати, можно еще снять ролик сравнение. Но такого ролика не будет, кто я такой. Все, законное место. Дальше, шаришь. Вот такой вот лапа кота Гарфилда у Магнита есть пунктик на кошках. И она тоже занимает достойное место. А вот то, что не занимает недостойное место, это Око, Феликс и Вискас. Но, кстати, Вискас милый, но такой Вискас был один в один в какой-то другой акции. Я не помню, что это была за акция. Вот прям в такой же позе он был. Феликс один в один такой же, но в другую сторону морда его смотрит. Причем в другую, я не помню, где, по-моему, в Треснутых был тоже Феликс, и там был, ну, поприкольней. Я не знаю, вот эти вот четыре спонсорские, я, честно, я, во-первых, очень сильно устал уже от Феликса и Вискаса. У меня никакого нет желания их собирать, абсолютно. Но вот Кари и Око мне в целом просто не нравятся. Если вот Кари подкрадули еще прикольно, то вот Око... Вообще ни к отстой чему. Полный, да. Это выглядит отвратительно. Опять же, может быть, я не прав. Напишите, что вы знаете лучше меня, что у вас есть своя четкая система, что вы кайфуете с Око, что это ваш любимый сервис. Я не знаю. Но... Блин, я правда устал от этих котов. Я не люблю котов, и вот от этих я устал. В каждой акции, год за год. Ладно, каждые там 3-4 месяца в магазинах. Ладно, вы в одном. В Дикси, в Пятерочке, в Магните. Все одно и то же. Никаких спонсоров новых нету. Мне нравился, был спонсор прикольный Бонпари у Треснутых, где там был такой червяк, типа Джим, из кислые червячки. Вот. И что-то где-то еще. Как будто много... Хотя Магнит, когда были скрепыши, по-моему, вторые... Они аж фиганули 4 скрипыша. Магнит семейный, магнит косметик, магнит там какой-то у дома и магнит красный. 4 одинаковых скрепыша. Вот. Ну, вот такая коллекция. Mission Complete. Мы справились. Это вообще не котируешь, да, этого кота? Ой, убери а его я куда. Не видел его. Да, и с ним. Значит, смотрим по повторкам, которые достанутся вам. Значит, у нас есть эспрессо патрону. На самом деле их 3. Но мы один, да, уже приклеили, не удержались. Эспрессо патрону. Вот, по одной. Значит, пластырь, не боли на бали. Тоже отвратительный, мне вообще не нравится. Бротишки. Ну, кстати, прикольно. Они просто, знаешь что, они мелковаты. Были бы побольше, ну, было бы поинтереснее. Они прям мелковаты. Пожалуйста. О, вот они, кис-кисы. Это прямо рекорды бьют они после динозавра. Ой, до динозавра. Вернее, больше динозавра. О, они, кис-кисы. Кстати, да, больше. Я думала, что динозавров больше, чем... Блин, вот так хотелось бы. Я бы даже от собак бы не отказался, понимаешь? Вот мне вот нравится, да. Вот это. Значит, динозаврики. Тоже есть тут у нас. Так, карри. 3 в тучке. Не умещается. Сов? Ну, вот совы, да. Вот их 4. Когда их 4, ты такой... А что их 4? Ну, вот. Дай мне какашку. Какашку хочу. Вот какашка одна. Босс, молокосос. Крутой. Значит, собакин. 1. Что еще? А, и все. А, и вот эта вот одна еще. Вот. Вот эти 3 у нас по одной. Значит, еще... А почему 2 капибары? А, ну, 2 капибары и еще одна закрытая капибара у нас есть. Да. Так, вот эти... Кстати, знаешь что? Очень мне не нравится, что квадратных много. Типа, в прошлый раз было пара квадратных. Там было гусь и что-то еще. А здесь прям вот, смотри, 3 кота. Значит, 3 не гони. О, у нас их 3. Класс. Она прям на рюкзак пойдет мне. Вот это. Классная GTA. GTA прям Vice City прям запахло. На нуле. На нуле прикольно. Я бы себе нафигачил куда-нибудь на пауэрбэнк или на телефон, на чехол. Прикольная штука. Мне очень нравится. Прям аутентично смотрится. Классно. Так, что тут у нас? Винил 2. Карма 2.
Так, что еще? Две вот такие у нас есть. О, вот этот гусь обнимусь тоже. На рюкзак мне пойдет, я думаю. Тыкс. Что еще? Два кота, два черепа. Вот черепки отстойные. Вот Настя сказала, что... Что ты сказала про черепки? Скажи людям. Я не помню. Ну, ты сказала, что тебе нравится больше этот или прошлый? А, вот ну, кактус. Этот мне нравится больше, потому что он милее смотрится. Потому что предыдущий, который тоже был светящийся, кстати... Угу. Он выглядит прям неприятно. У него, конечно, яркие цвета, но типа прям вот он... Ну, но этот вот миленький. Но опять же, ну к чему он тут? Вопросик. Ну да. Вопросик. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двенадцать. Да, твои 22 стикерса, друзья мои. Если мы берем 5000 лайков, то мы для вас это разыграем. Почему бы и нет? Вот, нормально, нормально, получается 5. Ну, вот опять же, да, у нас вот по одному. Это Ока, это вот этот, это вот этот, это Феликс и девочка. 5. Вот нам не доставало их, поэтому вторых у нас нету. Остальные в целом, да, у нас по одной, по два есть. Да. В принципе, пойдет. Из того, что Кирюше очень сильно запало в душу, это вот не гони, прям вообще кайфую. Это вот этот. Это какашка. Это обнимусь, этот очень милый, мне нравится, пусть. Ну да, наверное, она долгожданная деваха. Хотя, честно, мне нравится идея, но мне она сама, если честно, не очень нравится. Ну, как-то. Ну давай, ладно. 5. Вот 5 мне очень понравились. Из тех, что мне не понравилось, если мы, ну, понятно, что про вот этот вот мусор мы вообще молчим, да, убираем это. А вот из того, что вот из этих мне не понравилось, это мне вот не понравился скелетик. Я когда в первый раз его увидел, такой, прикольно. Но что-то вот нет. Значит, карма. Вообще, бумеранг, вот какая-то ерунда. Череп тоже нет. Этот со смыслом просто. Нет. Карма. Ну да, ну нет. Значит, вот злюся. Тоже какой-то бред. И еще мне не понравился, по-моему. А, пластырь. Вообще, отстой. Вот эти прям 5 совсем. Фу. Вот эти прям 5 лайк. Вот. Вот эти остальные хорошие. А капибара. Ну, капибара, ну, капибара. Капибара. Нет, я вот надо добавить, понимаешь? Еще из того, что понравилось, это капибара. Собака. Продолжение первой собаки. И, наверное... А, эспрессо патроном. И, наверное, вот на нуле. Что-то в этом есть. А сюда можно бы скинуть, наверное, винил. Сову. Вот эту. А, вот эту тоже можно сюда. Ну, вот шарички скис... Ну, бро, я бы вот так вот бы скинул. Во. Вот так я бы сделал. Это все бе, а вот это все лайк. Вот. Какой ты ужасный. Давай, ты можешь свой какой-то вариант сделать. Вот это нацепил. Это лайк, да? Кис-кис. А, подожди, ребята, стой. Вы запомнили, да? Вот это фу, это лайк. Давайте мы в комментариях, я сейчас расскажу. Значит, если вам понравился мой вариант, то ставьте лайк под этим роликом. Если понравился Настин вариант, который она сейчас делает, ставьте плюсик в комментариях. Вот, я думаю, так мы поймем, сколько нас. Так, давай. Злюся, мне нравится. Давай, лайк, девочка, хорошо. Девочка, мне нравится. Девочка, окей. Нет, давайте, если не нравится. Давай побыстрее, у нас схрон не безграничный. Вот это не а нравится. То Настя может стоять вот в магните на полку пялиться и ничего не купить. Вот это не нравится мне. Ты так, так, вот, вот это не нравится. Тоже мне. Надо, чтобы ребятам это тоже было видно. Давай немножко сюда. Это бессмысленный какой-то для меня, но яркий, красивый, цвета красивый. Вот это не нравится, тут все не нравится мне. Сову не оставляем. Вот эти? Я еще не разобралась, подожди. Ну, тут что-то между. Между? Что-то между. Ну, просто, короче, да, Насте не нравится, что в первой серии был попкорн. Красивый. Ну да, он просто... Там была собака с попкорном. Ну, там была прикольная такая, такая, типа, такие у него были глаза такие хитрые. Типа, чё это вы делаете? Я бы еще подкрадули сюда, правда, зафигачу. Ну, на, ты в целом можешь. Ну, вот так, это что-то между где-то. Не, ну котик вообще милый. Торчит. Не знаю. Вот еще есть между тогда, есть раз если между, то вот это вот еще сюда. И все. Ну да. Ну вот, вот так. Как-то. Ну да, короче, как-то за это, за... Чтобы ребятам было более проще ориентироваться да, в твоем... Ты можешь посередине это положить, это что-то между, фу, и нехорошо. У нас было только лайк и все, не а знаю, ты уже намутила какую-то третью категорию. А я девочка, мне вот так нравится. Вот. То есть у тебя очень много. Но мы в целом плюс-минус совпадаем во взглядах. Кис-кис. Ну вот, это вот. Ну вот шаришь, не знаю. Вот а, шаришь, как будто что-то вот не хватает в нем. Да, я вот понять не могу. Вот причем, обратите внимание, сколько котов. Посмотри. Раз кот, два кот, три кот. Ну и два вот четыре этих. Четыре кот. А, четыре кот. Так, где еще кот?
Все. Ну, вот эти два, понятно. 6 котов? И одна собака? Где собака на скейте? Магнит. Магнит, что-то тут не так. Это учитывая то, что вы говорите, что вам нравится собака. Да. Резер с логотипом, но показываете, что вы кошколюбы. Мы вскрыли вас, Магнит. Мы все вычислили. Мы просекли вашу тайную схему. Офигеть. Ну, в общем, вот такие у нас получились наши результаты. Как вам вообще акция? Пишите в комментариях. Роликов, наверное, про это больше не будет. Все, с вас лайк, подписка, с нас какой-нибудь еще веселый, интересный контент. С вами был следующий я и Насик. Тут тоже был тут. Я расстроился, что все закончилось. Ну, слушай. Нечего. Да, но... Ждем следующую. Да, я не знаю. Ну, наверное, Магнит, потому что Дикси, они все-таки осенью выпускают что-то. А Пятерочка? Ой, подожди, Пятерочка, не то сказал. Это же в Магните было. Да? Да. Пятерочка, вот. Скорее всего, Пятерочка. Хотя у Пятерочки есть прикол, они выпускают в августе. Типа, Пятерочка прям стабильно в августе, Магнит, сентябрь, типа такой, типа осень, октябрь, ноябрь. Такие, а что это, почему в августе выпускали? Монеты. А. Кто, Пятерочка или кто? Пятерочка. Пятерочки в том году были монеты. Они, и динозавры. Они подскопировали... А, не, подожди, динозавры... Динозавры 2 у них были. Точно. Я что помню, блин? Когда... Нет, завры первые были точно в 22-м году. Ну, понятно. Нет, да. 100%. Да, да, да. А в 20... Завры 2 были браслеты. В 23-м, да, отстойные вот эти. Вот, и там еще где-то монеты замелькали на горизонте. А до этого было от Магнита. А, у Магнита, Магнит, правильно. Вот, я разобрался. В Пятерочке в 23-м году весной были монеты. Да. Вот видишь, весной, не в августе. Нет, 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 весной были монеты. Вот. В августе были завры 2. Да. А в сентябре были монеты из Магнита. Что? Да. Все, мы разобрались, да. То бишь весной Пятерочки объективно может быть что-то. Да, 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 мы ждем Пятерочку, монеты, завры, фигню какую-нибудь давайте, накидайте нам. Но я вообще думаю, знаешь что? Что если кто-то уже знают, что будет. Просто нам никто не хочет ничего. Нам вообще в этот раз никто про акцию не рассказал. Мне обидно. Очень обидно, я расстроился. Обидно, ребята. Это да. Вообще, мы случайно, грубо говоря, да. Узнали об этом сами. Да. Раньше хоть как-то вы писали. Да. Да. А тут вообще ничего. Да. Мы расстроились. Прям вообще. Вообще. Но все равно я наснимал для вас много роликов. Ну и Настя тут помогла. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока-пока. Пока-пока.